За 9 месяцев текущего года Сочи посетило 4,5 миллиона туристов. Это лучший показатель за последние 15 лет. Конечно, львиную долю гостей, это 3 миллиона, Сочи принял летом. Пляжи южной столицы России пользуются все большей популярностью. Туристов привлекает развитая инфраструктура. Они с удовольствием бронируют номера в отремонтированных санаториях и новых отелях. В среднем здравницы этим летом были загружены на 94%. Санаторно-курортная отрасль является главной отраслью. Это стержень экономики нашего города. Мы в этом году добились определенных существенных, я бы сказал, результатов. В этом году впервые курорт работает системно. Мы знаем, что наши гости очень довольны тем, как организован отдых в Сочи. Мы выставили задачу перед сезоном, что надо благоустраивать территории, благоустраивать пляжные территории, более качественно работать. И многие здравницы как раз и выполнили те требования, которые были им заданы. А благодаря событийным мероприятиям выросла загрузка гостиниц в Имеретинке. Только в Олимпийском парке с мая по сентябрь было организовано 58 мероприятий. Плюс сами гостиницы в борьбе за клиента стали продумывать новые программы и предлагать целый спектр дополнительных услуг. Вот в этом отеле, например, можно не просто отдыхать, ходить на море и пляж, но и поправить здоровье. А уже зимой медцентр здесь начнет работать по такой любимой туристами программе All Inclusive. Это такой интересный новый продукт для нашего региона. Мы его впервые предлагаем здесь. Он включает в себя не только все преимущества основного All-Inclusive, но также и медицинское обслуживание клиента по основным профилям лечения. И единственным ограничением в этом является только лишь рекомендации врача. Летний сезон позади, на календаре середина октября, но туристов в отелях все равно много. Они заполнены почти на 80%. Настолько же уже забронированы на зиму. Сочи на отлично отработал пляжный сезон и усиленно готовится к зимнему. Кстати, теперь в Сочи его тоже называют высоким. Инга Габейша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.